Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мистер Молния, но это симулятор рыбака. Ну а мы начинаем! Мне посоветовали, чтобы быстрее развиваться, выполнять все квесты, качать удочку и леску, а также один крючок. Поэтому я сразу активировал все квесты, чтобы они выполнялись. Но квесты тут, конечно, лютые. Самый простой вот этот с палками. Тут продать 3 полные сумки, кстати. Вот это я не понял. Какие 3 полные сумки? Поймать 200 рыб, находясь в лодке. Короче, задания тут какие-то лютые, но пусть они постепенно выполняются. Встану на мое любимое место, вот этот вот причал, и начнем ловить. Кстати, вы писали то, что вам больше нравится таймлапсы, поэтому таймлапс! Я только что выполнил квест с 7 палками. Я, кстати, не знаю, почему они мне так быстро выпали. Сначала, блин, вообще 4 подряд было. О, смотрите, палка 4 уровня весом 44 грамма, забавно. Так что у меня теперь 282 монеты, и если мы все это продадим, получим еще 56. Вот это я понимаю, нагреб бабок. Я вот думаю, прокачать удочку или лучше поднакопить 500 монет и отправиться в следующую локацию. Хотя, если я так долго ловил рыбу и получил 56 монет, а там надо 500, так что, наверное, давайте все-таки качнем удочку. Давайте купим вот этот вот крючок номер один. Я его, кстати, экипировал, получается, сразу. Улучшим еще леску, теперь мы можем ловить аж 359 грамм, и на улучшение удочки нам не хватает. Ну ладно, давайте попробуем что-то поймать. Так, я что-то ловлю, какая-то лютая рыба, блин, надо прям люто ее ловить. И я поймал обычного пескаря, странно, не понял, в чем прикол. Кстати, там у этой лески было написано две рыбы, получается, мы можем ловить только окуня и пескаря теперь, а всякие палки и водоросли ловиться не будут. Не знаю, круто это или нет, но надеюсь, они дороже палок всяких там рыбы, вроде рыбы и палки, блин, рыбы должны быть дороже, но фиг знает. Короче, опять таймлапсик. Так, вот столько вот я рыбы поймал, и да, мои догадки были верны, и теперь ловится только рыба, а водорослей и палки нет. Ну что, давайте попробуем ее продать. И 117, вот это, блин, хороший совет мне подписчик дал. Тогда давайте теперь качнем удочку и половим рыбы теперь. У нас юбилей, я поймал 200 рыб. Еще я, кстати, заметил то, что мы почему-то не ловим рыбу больше 200 грамм. Возможно, это связано с тем, что в начальном озере нет просто рыбы тяжелее. Ладно, давайте ее продадим, и в этот раз 87 монеток, а не 117, как в тот раз, но тоже неплохо. Я думаю, давайте арендуем лодку, потому что у нас, во-первых, квест на ловление рыбы на лодке, а во-вторых, на лодке должна ловиться рыба максимального уровня, поэтому давайте половим на ней. О, сколько рыбы я наловил. Кстати, по-моему, у этой лодки какой-то обман, потому что рыба все-таки не максимального уровня выпадает. Вот, например, вообще выпало первого уровня окунь. Так что что-то как-то странно. Ну ладно, давайте продадим нашу рыбу. И, о, опять 117 монет, нормально. Короче, ладно, не буду тратить бабки, давайте все-таки накопим 500 монет и отправимся в следующую локацию. Поэтому давайте я сейчас наловлю дохрентиллион рыбы и вернусь. Это было очень долго, поэтому супер таймлапс.
это, кстати, максимальное ускорение, которое есть в Вегасе. А вот это вот сейчас будет интересно. У меня полный инвентарь рыбы. И что будет, если я сейчас попробую поймать рыбу? Она сразу продастся или скажет то, что у меня нет места, и типа я ее не поймал? Вот это мы сейчас с вами проверим. Так, отлично, клюнула рыба. И получается, сумка полная. Да, вот что это означает, продать полную сумку. Ну ладно, давайте ее продадим. И 246 монет! Вот это вот сейчас нормально было. Кстати, мне не хватает совсем чуть-чуть. А именно 35 монет, чтобы перейти в следующую локацию. Давайте я их по-быренькому накоплю. Офигеть, вы только посмотрите. Даже на этом режиме меня нашел подписчик. И продадим рыбку. И да, 500 монет. Отлично. Как я долго это копил. Так, локации, водопад. Нажмите, чтобы купить. И... телепортируемся. О, да! Да тут красиво, кстати. Тут даже очень красиво, прикольно. Ну чё, давайте наловим тут пару рыбок и посмотрим, сколько они стоят. Итак, вы только посмотрите, я поймал 5 рыбок, и тут у нас новая рыба, севрюга. И вы просто посмотрите, сколько она весит, это какой-то трындец. Еще я, кстати, поймал лягушку, вот это забавно. И, кстати, количество рыб 4, значит, мы можем поймать еще какую-то рыбу. Давайте я попробую ее поймать. И пятой рыбой оказался пискарик, он тут тоже есть. Ну вот мне интересно, сколько я получу бабла вот за этих 7 рыб? И 156! Я получил больше денег за 7 рыб, чем я получал на той локации за 15. Это офигенно. О, кстати, смотрите, если мы купим крючок 2 уровня, то нам еще будет попадаться какая-то рыба. Но он стоит 450 монет, это пипец. Мне вот интересно, сколько стоит одна вот такая вот севрюга аж 300 грамм? Ну-ка, 52 монетки, одна рыба? Охренеть. Давайте тогда качнем нашу удочку, теперь она аж 5 левела, и, кстати, следующая леска стоит 300. А можно без прикола, пожалуйста? Вдруг эти севрюги ловятся вообще там по целому килограмму? Хм, странно, в этот раз я поймал 7 рыб и ни одной севрюги, вот это вот фигово, хотя денег получил все равно 141, довольно круто. Но если бы это все были севрюги, то было бы аж 350 монет. Простите, что видос получился таким коротким, я снимал целый час и думал, что он будет довольно длинным. Ну а на этом мы пока закончим. Если вам нравится симулятор рыбака, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, звякайте колокольчик. Ну а с вами был я, Мистер Молния. Всем удачи и всем пока!